У нас два мира. Один мир родителей, второй мир детей. И там только один фан. У нас дети не помогают дома. У нас дети не разбирают свои ланчбоксы. У нас дети считают, что все должно даваться им. У наших детей есть все, но им все равно скучно. А им скучно, потому что у них есть чрезмерно всего. Теперь вот эта проблема с тем, что у нас постоянный фан. Дело в том, что нервную систему надо обучать делать скучную, монотонную, неинтересную работу, потому что это фундамент для будущей обучаемости.